Всем привет. Калмыкия, пожалуйста. Расскажите, что болит. У меня грыжа крестцовой на позвоночнике. Я с собой даже... Давайте, L4. L4 у вас там. Я сейчас покажу вам. Ага. Тут Ставрополь написан. Где Калмыкия? Ставрополь дело. Видит грыжу. Что болит по факту, расскажите. Сейчас доктор найдет грыжу и скажет нам, где грыжа. Вот эта шишка мне мешает. Ну, как мешает? Ну, эстетика. Да. Далее. Вот, руки. Вот. Прямо вот это, встаю. Вот, этот. Болят они у меня. Резко подниму. А она поднимается вверх? Поднимается. Ага. Ну, ты чувствуете, что напряжение. Да. Так, да, дальше. Ноги не имеет. Вы что, волнуетесь? Нет. Вы тоже не волнуетесь? Уже нет. Ну, конечно, вышли на прием, и чего волноваться. Где грыжа? Это не грыжа, протрузия. Ну, начинающаяся грыжа, но еще до грыжи не дошло. Да? До грыжи еще не дошло. Да. 20-40 год, может, уже и дошло, кто его знает. Ну да, грыжа – это начало протрузии, помогите на месте. Так, она наклоняется больно или не больно? Нет. Значит, смотрите насчет этого. Руки сделаем, будут идеально подниматься. Слушайте, насчет шишки мы не сможем убрать идеально, потому что, гляньте сразу, в чем момент. Шишка, она очень иная. Или вы сможете убрать? Мы исследуем. Нет. Ага. И вы сможете. Коррекция. Коррекция это будет в любом случае. А нет, извините, ошибся. Шишку уберем в ноль. Да? Да, шишку уберем. Да. Шишка будет идеально ровно, останется одна кожа и кости. Руки будут подниматься. По поводу ваших... грыж, посмотрим, что сможем сделаем в плане этого. Хорошо, снимайте эту красивую кофточку небесного цвета. Голова, животик, лапки, залазьте. Залазю. Так, чуть выше, выше, выше. Все, все. Шишка большая. Глянь, какая здоровая шишка. Знатная. Вам в Калмыкии нравится жить? Вы в Калмыкии живете? Да. Нравится? Да. Там степи, да, в основном? Нет. Нет? У нас далеко, там какой-то степь. Далеко. Смотри, вот так берешь, прям одинаково. Расслабьте лапки. И вот вытягиваешь. Одинаково, видишь? Понял, что делать? Mm-hmm. То есть не просто, а чтобы вот натянуть. Ну, тоже здесь это вообще ерунда. Мы это сейчас сделаем моментально. И сейчас мы вам покажем, чтобы тоже... Знаю, что вас тут не зря лупят. Так, а ну-ка, руки скиньте. Да, напряжение. Когда руки, напряжение все время не чувствую. Грыж мы тут не видим. Да? Угу. Подойди сюда, пожалуйста, подойди.
Дай руку. Вот видишь, где вот, как бы, ну, родинка, не родинка, вот этот. Потрогай позвонок с одной стороны и с другой стороны. Что ты видишь? Ничего. А ну вы подойдите. Это вообще не позвонки. А с другой стороны? Да, я бы сказал, что позвонок в левую сторону, вот он, торчит. Вот он. А, только не уходите далеко, сейчас мы его поставим, потрогайте еще раз. Вот, запомнили, да, диезоны? Что люди не видят сразу? Что вы не видите сразу? Так, потерпеть надо, хорошо? Еще чуть-чуть. Вдох-выдох. Легче, легче. Все, все, все. Так, трогайте позвонки. Ну, да, конечно. Мы же проверяем. Вы же должны мне это сказать. Трогай. А? Непонятно ничего? Просто когда туда приходит схема, мы любим показывать, когда вот позвонки вправо-влево, он тут явно видно. А. Нормально все? Угу, все нормально. А ей приятно, она вот этот. Я приеду домой, напишу. Мы вас заблокируем, понятно? Где вы? Давайте сразу заблокируем, чтобы вы не успели написать. Ну, я хорошая, там. Ну, вы если пишите, только через 2 дня. Про 2 дня вас буду так вот телепать в разные стороны. Через 2 дня. Ну, будет расслабление, организм будет перестраиваться. Это же не массаж. Так, ртом глубокий вдох. Да, 2 дня нельзя писать отзывы. А здоровье. Глубокий вдох. Погодите. Глубже. Еще. Все, тихо. И траву душицу на жопе будет пить. Понятно? Вдох-выдох. Все, тихо. Расслабить. Все, все, все. Вот я руки ставлю, с левой стороны перевод идет. Дышите, вам хочется. У вас лошадки есть, наверное, да, в Калмыкии? Есть? Вы на них катаетесь? Лошадки, это интересно. В Кисловодске были когда-нибудь? Что? В Кисловодске были? Не-а. Ставропольский край. Вы что, были? Не-а. Так были или не были? Ставропольский край. В Кисловодске нет. Вы тоже не были. Вдох-выдох и протянуть. До конца не бояться ничего. Вдох-выдох. Быстрей. Вдох-выдох. Еще. Легче, я чувствую напряжение. Угу. Че вы, напряжение? А? Кисловод сходите. Угу. Так, это сюда руку. Расслабить. Ртом вдох-выдох. Еще. Протянуть до конца то же самое. Дальше. Еще. Еще. Угу.
Нормально все? Да. Поспите. Расслабьте. Вдох-выдох. Еще расслабить крылышко. Угу. Надо будет перерыв. Говорите. Хорошо? На обед сделаем перерыв. Дадим вам курицу. Что мы не можем. Ну а что, куда ее девать? Траву будете пить душицу? Что? Надо траву пить душицу. Тут я обнаружил забитые лимфы. Вам тоже надо будет пить? Конечно. Вам месяц, вам полмесяц, вам 10 дней. И все, понятно? Запишите вам. А что писать вам там? Фото сделайте. У вас же телефоны не это, не черно-белые. Надо потерпеть мышишку уже. Все. Я не знаю, я люблю людей из Калмыкии, даже не знаю. Извините. Давайте завершать прием. Так, готовы? Шишку надо нам. Сознание все потеряет, вы не беспокойтесь. Она потом придет. Хорошо? Умница. Алла Сергеевна, что-то нам это, холодно, может, включим? Камин. Не, почему? Камин у нас есть. Помнишь, зимой мы включали? Вы на игры не записывались? Нет. Правильно же. Почему? Вы не подниметесь на второй этаж. Просто что я говорю, сейчас же акция, у нас люди любят записываться. Кто выживает. Нормально? Да, нормально. Не больно вам? Нет, не знаете, я не буду все терпеть, не буду тебя. Не терпишь? Терпите или вы кайфуете, как вам? Скажите, я могу сильнее чуть-чуть. Нормально. Боль очень короткая. Она бац и все. Вот, это же мы для блага. Калмыкия терпим, понимаете? Вдох-выдох. Угу. Два раза потерпим? Да. Один. Проверяйте. Я думал, ты так поэт, я все проверил. Так чуть-чуть, да, ты. Да, чуть-чуть, сразу снял рентген.
Нормально все? Вы одобряете, все хорошо? Ладно. То есть надо переделаем, скажите. Так, руки либо так оставляйте, либо ложите их под... Да. Как раз может увидеть пациентка с Калмыкии, что у нас была. Она давно уже не была. Далеко. Вы же видели видео? Да. Там есть книга отзывов. Не видели ее? Нет. Вот там она есть. А вот это с Калмыкии, знаете? Да. Надо посмотреть. Теперь будем на себя смотреть. Шейку мне дайте. Угу. Мама, какие ощущения? Нормальные. Шейку дайте, шейку. Прямо на лобик положить. Вот, да. Тоже интересно. Мы на маме эксперимент поставили. Живая будет, не живая. Если вообще не очень, то ну ладно, мы пошли. Мы уже поехали. Вы на чем сюда добрались? Далеко ехать, да? Вы домой сегодня едете? Да. Конечно, умно было где-то подремать. Представляете, столько правка, а потом еще в путь. В тот момент на самом деле очень серьезно делается. Не то, что тут вас простирали, вы сразу увидите изменения, но чтобы мышечная память там это самое сохранилась. Нашел слопать. Живаем. Скажите, доктор, теперь у меня уже нога не будет неметь, да? Правая нога. Смотри, пока еще рано. Смотрите, планкированные. Да. А, ногу будем проверять, но они меня тоже моментально может не убираться. Это ж вот как пережатость. Ну, своего рода, да. То, что видите, это моменты страшно, все. Это вы смотрите, сейчас будет на результат, что у вас изменится. У нас все люди боятся, которые смотрят, не только вы. Некоторые вот так. Некоторые в обморок сразу падают. Алла Сергеевна после каждого удара там в обморок падает. Да, что-то я вчера смотрела, она улыбалась. Поэтому что здесь происходит, вот эти вот там небольшое количество времени, вы увидите, что нельзя, вы терпите. Тут не просто так лупят. Поэтому вы бойтесь, но действуйте. Калмыкия на вас все смотрит. Вы что? А что она увидит, что вы тут испугались? Что она скажет? Нам вас будут все пальцем показывать там? А на вас нет, понятно? Надо грамоту выписать пока. Давай на ксероксе там распечатаем грамоту. И сразу к мэру города, понятно? Ага. Вот там печать свою тоже поставил. Так. Лапку вниз. Да-да, ты тоже лапку вниз. Да-да, отдыхайте. На бок ложитесь ко мне, пожалуйста, лицом. Лицом к вам, да? Да. Нам лицом, к лесу задом. Да. Так, руку под голову. А это куда? А это пусть болтается. Вдох-выдох. Еще. Легче. На другой бок. А, да. Мы любим смотреть на них.
на спинку. Спинка. Голова не кружится? Да нет, вроде бы. Вы рады всему? Конечно. Сейчас будем дергать лапку, не бояться. Угу. Готовы? Угу. Не бояться, значит расслабить надо. Угу. Шо, угу, расслабить. Расслабить. Он все знает уже. Расслабить, расслабить. Зубки вместе. Легче. Ну-ну-ну-ну. Хорошо. Значит, что видео мы снимаем, как раз все с разных городов к нам прибывают. У нас Якутия была. Якутию увидите числа 9 или 8 августа. Не раньше. Понятно? Mm-hmm. В Ютубе. Ютуб у вас есть? Ютуб mm-hmm. есть? Ну вот там вот примеры будут. Расслабить шейку. Отпустить. Отпустить. Присаживайтесь на краешек. Сюда вот. Сюда, да? Угу. Вас Анна зовут? Да. Видите, как я узнаю все? Ну, гадаете. Шишку потрогайте. А куда она делась? А, она еще не делась. Смотрите, если вы потрогаете чуть глубже, отлично. Это не отлично. Мы сейчас сделаем отлично полностью. Да? Конечно. Я к чему показываю? Ну, она была большая. Да. К чему я показываю, чтобы вы сейчас потерпели и знали, ради чего вы терпите. Угу. Так, глаза закрываем. Готовы? Да. Трогайте теперь шишку. Вот теперь ее нет. Одна кожа. Вот она. Бархатистая кожа. Так. Меня так никто не пил. Ваши родственники уже сбежали. А уже хотят дёру дать. Сейчас вы отвернётесь, и никого чуть-чуть нету. Я не знаю, как вы домой поедете. Так, крутите головой по большому кругу. Крутите шейкой. Кроме хруста, как себя чувствует шейка? Нормально. Нравится вам? Легко крутится? Да. Что там, болит? Да нет. Но мышцы, только будет мышца болеть 2 дня. Да. Так, Аннушка, вставайте, не прыгайте. Сейчас будем проверяться. Идите вперед, Калия Сергеевна. Вперед. Да, да, вперед. Она спряталась. Стоп. Лапки шире. До пола тянитесь мощно. Прям достаньте. О. До одного педикюра тянитесь 2 руками. 2 руками до педикюра. До другого. Угу. Так. Покажите мощь. Чтоб вся Калмыкия вздрогнула. С головой вместе. Отлично, и в другую.
Очень хорошо. 10 раз приседаний. У нас так не каждый может, уж да? Поверьте. 10 раз это немного? Раз. Это, чуть шире лапки сделайте, вам так? Будет легче. Да, и не торопитесь. Можно не до конца, чтобы нам не хватило сил. 3. 5. А, 5, да? Простите меня. По математике тройка была. И слушайте, как сейчас чувствуют колени и крестец. Не просто так приседайте. Уже 10? Да. Теперь проверяйте, как себя чувствуете. Наклоны, повороты. Крутитесь, вертитесь. Полностью. Все проверьте, как хотите. Нравится? Прекрасно. Sit down, please. Нашего? Не, просто присядьте и все. Видите, вы чуть-чуть терпеть и какие моменты, понятно? Бояться можно так всю жизнь. О, всю жизнь можно бояться и все. Так, ну 2 дня немножко поэта, мышцы поперестраиваются, поэтому ничего не делайте. Так, передайте привет Калмыкии, на вас Калмыкия смотрит. А вы калмыцкий знаете язык, нет? Нет. Тоже не знаете? Я понимаю, но так чуть-чуть. Ладно. В общем, привет, калмыки. Мы любим вас и будем рады вас видеть. Да, приезжайте. Только не опаздывайте. Да. Это мы не будем любить. А вы вообще раньше приехали на сколько? На 2 часа, да, или на сколько? На сколько вы раньше приехали? На 2 часа раньше приехали. На 2 часа раньше. Видите, как сюда я рвалась. Видим. Дай Бог здоровья, можно одеваться. Спасибо. Во благо. Только не прыгать потихоньку, сладости. Угу. Пока-пока.